Так, это Венера. 1 октября 2021 год. Харьков. 18.50 по Киеву. Дубль 2 ИСО в данном случае не минимальная 125, а 800. Тридцать три миллиона километров до Венеры. Фазу видно, но плохо. Земля вращается. Смещение по кадру идет Венера. Сейчас уменьшу выдержку. Спрашивали меня в комментариях, как затемнение получается во время съемки. Уменьшаешь выдержку. Колебания воздуха отображаются. Видя. О, как хорошо. Иллюзорных волн. Как над горячим асфальтом летом. ИСО 800 это сейчас такая же освещенность, как я вижу, без аппаратуры. Да, и вот. У нас Юпитер. Сейчас еще покажу Сатурн. И как я говорил в предыдущем дубле, через час будет пролетать МКС. Но судя по настроению движущихся прямо на меня облаков, никакого МКС нам не видать. Юпитер 638 миллионов километров. Я вот сейчас боюсь соврать, по-моему, справа Европа. Потом идет Ио, 100%, он недавно был еще на Юпитере, для наблюдателя с Земли. А слева от Юпитера будет Ганимед и Каллисто. Вот ее, ой, Ганимед. Ой. Я извиняюсь, я у вас прямо на пути. Вы не обойдете, а то я запись. Спасибо, извините, пожалуйста. Не, вон, смотрите, Юпитер снимаю. Это что, серьезно? Ну, вот, честное слово. Это что, сейчас Юпитер близко возле Земли, да? Ну да, ну не сейчас, месяц. Так, перекрыл дорогу бабушкам. Горит мне в аду. Так, а где Каллисто? А вот Каллисто. Хорошо, поехали. Посмотрим Сатурн. И на том закончим. Один 1 409 000 000 километров. До него. Вот он, наш красавец. Титана мы при таких настройках светочувствительности не увидим. Unfortunately.
Ну, наверное, вот так, резкий случай всего. По крайней мере, мне так кажется. Может, у меня что-то уже в глазах рябит. Или выдаю желаемое за действительное. Но мне кажется, что даже очертания кольца видны на... ядре, желтке. Сатурна. Все очень хорошо, жалко, что уменьшаю выдержку, темнеет. Может, контрастнее станет. Это ветер. Тут я уж ничего не сделаю. Не кажется мне, что лучше. Пускай будет так. Ой, какой кошмар. Ну да, облачка уже скоро закроют Юпитер. Хорошо. Пошли еще раз слетаем на Венеру. Как раз она вон там собирается за облачко нырять. Очень четко фаза видна. Левая сторона не освещена солнцем, правая. Ладно, хорошо. 18:58 по Киеву, Харькове, 1 октября 2021 год. Практически везде, не только в Харькове.